Настоящий гримас-шейк? Он сказал, что папа и Сережа должны попробовать гримас-шейк. Тогда мы сделаем ему магазинное гримас-мороженое. Приманю гримаса в свою комнату. Сначала мальчикам. Что-то этот торт не напоминает. Из чего вы его делали? Да ешь уже! Я хотела сказать, кушай. Папа, стой! Папа! Торт очень вкусный. Мы с мамой старались. Папа, твои волосы. А что мои волосы? Ты теперь как мама и Полина. Ха, но мы же одна семья. Ты вон лучше тортик кушай. Фу, не буду. Что-то у меня живот так схватило. Папа, ешь мой кусочек, если хочешь. Тебе уже все равно ничего не поможет. Что ты там бубнишь под нос? Ой, ничего, побегу уже. Ой. Фух, пронесло. Ну все пропало. Папу тоже загримашили. Теперь вся семья под воздействием гримас-шейка. Теперь доверять можно только покупным вкусняшкам. Нельзя теперь доверять никому из семьи. И кушать домашнюю еду теперь тоже нельзя, а то они меня точно загримашат. Хорошо, хоть у меня покупное мороженое было. Пойду в комнату продумывать план, как вернуть родителей и сестру. Эх, не думал, что я скажу это, но я остался совсем один. Эх, никто не поможет мне и не подскажет. Как вернуть семью? Скоро за моими родителями и сестрой придет гримас, и я останусь совсем один. Мускат? Что с тобой? Они тебя загримашили? Мускат, чего тебе? У меня нет гримас-шейка. А, ты мороженое хочешь? Вот, бери. Мог говорить. Ты бы мне сказал, как спасти вас от гримаса. Ну все, в моей семье остались только я и Соломия не загримашенные. Хорошо, что моя меньшая сестра еще не может есть обычную еду. Вы это слышали, ребята? Это точно пришел гримас отомстить вам за то, что вы выпили его гримас-шейк. Странно, рык слышно, но в глазке никого не вижу. Но в любом случае я знаю, что это он. Нужно что-то придумать. У меня есть план. Папа и Мускат уже с нами, а вот Сережа никак не поддается. Я слышала, что он теперь не будет есть нашу еду. Да? Когда это он сказал? Он сказал то, что теперь будет есть только покупную еду. Я его подслушала возле кухни. И когда он ел мороженое,
он так сказал. Мороженое, говоришь? Да, а что? Тогда мы сделаем ему магазинное гримас мороженое. Как? Сейчас я тебе покажу. Пойдем за стол. В формочку для мороженого мы нальем белую массу и гримас шейк. Смешаем кокосовое молоко и сливки, и получится нижний слой. Вау! Что-то новенькое. А вторым слоем мы нальем настоящий гримас шейк. Потом это все заморозим и получим гримас мороженое. Вау, Сережа, не отличит от настоящего. Ну что, давай сначала сделаем белую массу. Ага, так, наверное, пойдет. И вот так. Приманю гримаса в свою комнату. Он подумает, что я выпил коктейль и лег спать, а пустой стаканчик от гримас-шейка я поставлю возле кровати. Гримас, наверное, подумает, что уже вся наша семья загримашена и не устоит. И когда он зайдет, я его споймаю. Идеально. Я заставлю его разгримашить всю мою семью. Открою немного входную дверь и оставлю открытой свою дверь, а сам спрячусь в ванной. Идеально, мне отсюда все видно. Я точно знаю, что он скоро придет. Дождусь его. Ну что, сначала возьмем настоящее мороженое, магазинное, как любит Сережа. Достанем его из упаковки. Бе, какая гадость. Берем наше мороженое гримас шейк. Смотри, какое оно идеальное. Класс? А можно я попробую? Ну, конечно, это попробуй. Мы сделаем все упаковки. Берем мороженое и запихиваем его в упаковку. Упаковочки заклеим, положим назад коробку, и он подумает, что это мороженое из магазина. Оно такое вкусное, он не пожалеет то, что попробует. А то, Сережа много теряет, что не хочет пробовать наш гримас шейк. На план классный. Так, и это последнее. Вау, мама, оно как настоящее. А то, держи, отнеси в морозилку. Устал уже тут сидеть. Может быть, этот гримас и не придет. Пойду перекушаю что-нибудь на кухне. Хорошо, что я купил много мороженого. Теперь у меня куча вкусняшек. И не придется есть стряпню загримашенных родственников. Что за звук? Послышалось, что ли? Ну же, давай, ешь! Что за звук? Не понял? Дверь на все открыта. Я что, его упустил?
Никого. Наверное, дверь сквозняком открылась. Ну давай уже, давай. Нет, тут точно что-то не так. Да сколько можно? Что за... Я же закрыл дверь. О, гримас мороженое. Нет, нет, только не бери.